Всем привет! Это, не знаю, следующий день или как вы смотрите. В общем, сегодня едем делать печку с котла Чекуршанца. Вот я вывел уже мопед и буду заливать бензин, так как там вообще пусто-припусто. Помните, тогда не мог доехать, я рассказывал вам. До сих пор тогда не заправлялся, дожди были. И особо некогда было ехать на мопеде. Так, сейчас вот канистра у меня полная бензина 92-й. А сейчас я залью через вороночку. Вот. Так, стоит. Так, льется. Залили. О, считаю, что полная. Отлично. Ну все, сейчас отправляюсь к папе и поедем делать печку. Ну как обычно. Ладно, погнали. Здесь не открывай, идет же. И надо ее поддувал закрыть, а потом здесь. Ясно, потянет. Сделали печку. Труба, дым идет. Делать. Все, сейчас поедем домой. Всем привет. Это у нас уже следующий день. И мы едем в Ермаковку. А точнее уже приехали. Вон Ермаковка. Подъезжаем, да. В общем, выставляли котел. Видео было. Чекуршанец, а сейчас будем дальше делать обогреватель. Сварщик все сварил. Вот, взял за работу 3000. Это церковь или как-то? Просто церковь. Церковь именно. А куда едем? Ну так круто, но. Асфальт. Сегодня погода очень жаркая. Сколько раз сегодня погода? 26, наверное. Да не, мне кажется, больше будет. Ну, вчера что-то прогноз погоды читал, что все, вот это последняя жара, ага. Лето заканчивается, и больше жарких дней не будет. С июлем уходит и лето. А, ну, именно в Омской области. Будет осень. Да. Больше 20 градусов. Ну, такие прогнозы ставят. Так что купайте сейчас побольше. Больше людей купалось. А, и так вот эти выходные снова будут. Народ по-любому поедет. Да. В субботу и воскресенье жара будет за 30. Если что-то потеряете, обращайтесь к нам. Мы найдем. Находится администрация. Здесь магазин, наверное. Не, магазин, да. Вот находится администрация справа. Вот это администрация. А тоже магазин. Вот с этой стороны. Все, аккумулятор поменял. Приехали на место. Сейчас покажу вам. Ну, я бы до этого показывал. Котел как выставили. Но все равно в этом видео. Это как бы другое уже видео. Покажу. Тут куча мужиков. Месяц таскают. Ну, глина. Эти я же тоже его предлагал. Ну я понял. Он, блядь, шустрый, ебаный. Серега? Ну, видишь, красивый. Ну, шустрый, блядь, ну и нервный. Я его сюда привез, там уехал. Ну, привез его сюда. А вот это. Что я делал. Все как надо, как говорили, да? Ну, мы договаривались, что я его привезу, а другой мужик увезет. Как надо, сварил, да? Ну здесь заглушу. Ну. Видишь, как четко все. Ничего не мешается, ничего лишнего. Ну да. Ну что, такой железяк какой-то. А вот это Денис надо застроить болгарку вот так. А все, он настроил. Так, обрезать.
Достань там маркер, отметь. Или карандаш. Ну а так-то, блядь, молодец, быстро нахуй, чик-чик-чик. Да не, и четко все, видишь, ровненько, красиво все. Не как он Коля говорил. Такой булавайку. Варит он. Классно. Ну, может, тоже. 55 или сколько ему? А. Добавил? Да кого тебе? В общем, будем делать. Покажу, как сделаем все. Все, только что доделали печь. Дым из трубы идет. Там еще стенку сделали одну, точнее две. Угловую, в общем-то, заделали, заложили кирпичом тоже. Сейчас покажу, что получилось, собственно говоря. Все, пап, иди переодевайся. Да не лгнуться надо. Сейчас не воду беру. Поедем, не знаю, они говорят, воды тут вообще нет. Поедем в Екатериновку еще сейчас. Печка тут заделалась, которую делали. Ну, да, он же сам говорил. Самая точка вот там вот. А что, где умыться можно? Вот ведро какое-то еще. Вон ведро стоит. А, ковш, что ли? Да там в ведре можно. Да нет, ковш надо. Вот эту стенку должен. И с этой стороны стенка полностью. Что, полить тебя или что? Ну? Пойдем. Все, в общем, сейчас поедем в Екатериновку. Грязные. Ну, ты не снимаешь. А для чего они такие же реактивные же воздух? Ну да. Ну. Музей. Ермаковский музей. Комната боевой. Торговой славы. Здравствуйте, музей работает? Ушла? Да, снова не успели уже. А у вас ключей нет, да? Тогда зайди вот в магазин сельский, посмотри как там. Интересно, да? А этот магазин самый бедный. Ну, зато продавцы путь нет. Хорошие. Самые хорошие продавцы зато. Да. Почем телевизор? Я не знаю, сколько даже. Ну если я. Ну если на автобусе на все равно хули, это 500. Ну у меня нет, у вас вот. Кофточки надо тебе. Кофточка 1200. Что это написано? Ермаковский музей истории. Села. Суббота, воскресенье, выходной. Вот, можно позвонить, подойдут. Сейчас в Екатериновку поедем. Все, приехали в Екатериновку. Вон наша труба, которую делали. Сейчас надо будет ее обштукатурить и заделать вокруг нее отверстие и кинуть отбойник от конька. Заделать металлом. Ну, заделать металлом, ну, чтобы туда вода не попадала, не протекала. В общем, выглядит пока что она так. Потом покажу, когда сделаем уже. Сам процесс снимать уж не буду. А это что за ягоды? Это, наверное, волчьи ягоды. Кузина, наверное. Красную, конечно, да. Ладно, будем делать. Это был дед Харламов там.
Там есть такое, да, какое-то? Ну, это черника там или что? Ну, когда-то лучше-то, как типа этот, Баженов-то. Как будто ничего и не делали. Рука грязная. Ну. Нет, с этой стороны. Ну. Обмазали полностью трубу, эту, нашу, и вон ту, следующую, сделали полностью, как сказать, водоотвод, да, чтобы вода не попадала под крышу, по трубе, на нашей трубе и на той тоже сделали. Вот. Из того, что было. Да, из контрамарки самой, которая была, кожух. Кожух порезали и сделали такой вот отвод. Вот. Сегодня жара вообще. Пеклище. Ты еще в штанах. Штаны Adidas. Я в шортах. Штаны Adidas, а не эти. Дышит. Кондиционер. Построенный. Да. Вот, сегодня еще жарко. Время у нас 15:57. 2 часа. Все, сейчас поедем домой уже.